Наступление Нового года – пора чудес. Необычайно теплая атмосфера царила сегодня в детском саду, компенсирующего вида номер 188. На новогодний утренник к ребятам с ограниченными возможностями здоровья приехали депутат городской думы Галина Бочкова и депутат Госдумы Валерий Иванов. Как и полагается, под Новый год гости явились не с пустыми руками. Приближаются рождественские, новогодние праздники. Это очень светлые, прекрасные праздники в нашей стране. И, конечно же, мы вместе с депутатом городской думы Галиной Юрьевной Бочковой пришли поздравить детей и подарили им оборудование, которое будет помогать развивать детей и познавать удивительный мир знаний. Детский сад номер 188 посещают ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для малышей с самыми тяжелыми заболеваниями была открыта группа кратковременного пребывания «Маленькая ступенька в большой мир». С появлением дополнительных колясок у детей появилась возможность совершать прогулки на свежем воздухе. Детский садик посещают дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, среди которых есть дети, которые не передвигаются без посторонней помощи. Естественно, эти коляски востребованы, и то количество, которое у нас было, нам недостаточно, поэтому очень благодарны вот за такой подарок. Во время утренника дети с удовольствием танцевали, читали стихи. В общем хороводе ребята закружили и гостей. Приятным завершением праздника стали сладкие подарки для всех малышей. Оказывается, чтобы детских улыбок стало больше, нужно сделать совсем немного. Анатолий Логинов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.